Блин, а почему так мало белорусских товаров? Как ты думаешь? Есть мысли? Короче, зашли в самый крупный, ну, один из самых крупных гипермаркетов сетевых Санкт-Петербурга. Называется он ОКЕЙ. Сейчас просмотрим, что здесь с ценами происходит. Ищем белорусского. Кашон. Град фуд. Да, паштет. 49 рублей. Дальше ищем тушенку. Есть белорусский? А, вот, смотри, град фуд тоже. Настоящий белорусский град фуд. 274 рубля. Там цены на рыбу. Кета, лосось. За сколько ты говорил, ты его прокупал? Сыр. 27-28. Получается, такая же цена, как в Минске. Ну да, на этот да. На этот дороже. Интересно. Масло. Оригинальное, только в этой форме. Белорусское? Да. 4,81. Вроде похоже. Нет, тут самое. Может, они на Россию чуть, ну, по-другому делают почти? Может быть, да, сейчас. 180 грамм, 62 тысячи. Вот пельмеши дорогие. Да что ты, а? Они без карты вообще 600 рублей. Ну, 600 рублей. До того, как мы в Беларусь переехали, мы постоянно покупали вот этого производителя Питпродукт. Самый, на мой взгляд, прикольный из российских. Ну, тогда столько не было много, как сейчас. Тогда это было круто. Вот он, Питпродукт. Сейчас у нас новый фаворит, белорусская галерея вкуса. Но здесь ее опять же тоже нет. Как ни странно. Где они находятся? Нет, нет. Странно, очень странно. Я думал, что здесь выбор белорусских продуктов будет огромный, а здесь вообще ничего нет, что ли. Сгущенка. Сделано в Беларуси. Смотрим. Глубокое. Вроде оригинальное. Да? Похоже. Да. Настоящее. Стоит 94,57. Только в Беларуси, вот сейчас видите. Так, Рогачевская есть? А, вот Рогачевская. 104 рубля. Белорусских сырков нет, да? Да, белорусских нет, а так сырки вон. Вес Литовск, сметана, 20%, 400 грамм, 95. Молока нету, что ли, белорусского? Нету. Да, российская стоит литр, 56. Ну, собственно, что могу сказать? Цены в 2-2,5 раза наценка. То есть разница в том, что в России, в Беларуси такого нет. То есть маленький, крупный магазин, цена почти одинаковая. Ну, там процентов на 10-15 разница. В России все по-другому, в России наценка до 100%, то и больше. Вот. Ну, выбор, конечно, огромный. А товаров белорусских очень мало. Вот это совсем не радует, очень мало. Хотелось бы больше. Уж чего это упущение, я не знаю, но факт есть факт. Белорусской техники нет. Пошли посмотрели телеки. Пошли посмотрели какие холодильники. Китайская есть всякая. Не китайская тоже есть, а белорусскую пока не нашли. Может, найдем еще? Ну, Redmond есть. А Белвар нет, да? Не, а почему нет-то? Никто не экспортирует, не запаривается. Да, нету. Всякое барахло есть, он китайское. Капель. А клёвое белорусское нет.